В зале Дворца культуры «Дуслык» царила атмосфера праздника. Такое настроение подарили зрителям солисты народного вокального ансамбля «Ретро». Этот яркий коллектив на протяжении 25 лет радует горожан своим творчеством. В программу юбилейного концерта были включены самые лучшие номера из всего репертуара. Это популярные песни советских времен, произведения из кинофильмов. Послушать любимые песни и поздравить коллектив с серебряным юбилеем пришли друзья, близкие, коллеги, представители администрации. Поздравительный адрес от главы администрации Бориса Беляева передала его заместитель Наталья Лапшина. Наталья Михайловна подчеркнула, что без выступления «Ретро» не обходится ни один городской концерт. За многолетнюю творческую деятельность и вклад в развитие культуры города все солисты ансамбля были награждены почетными грамотами. Основной состав коллектива – это преподаватели детской музыкальной школы. Директор учреждения Елена Барановская отметила, что руководитель ансамбля Дина Юсупова сумела объединить талантливых людей. Она сплотила такой коллектив, сумела найти, подобрать таких людей, которые яркие, талантливые, и они поют для нас с вами своей душой. Потому что если посмотреть, кто из них имеет профессиональное образование, буквально только одна Венерочка. Остальные все люди, они, естественно, по образованию музыканты, но по другой квалификации. Они для нас с вами поют именно своим сердцем. Своими выступлениями коллектив поддержали и коллеги. О каждом солисте ансамбля можно говорить много. Их объединяет любовь к песне, к людям, к окружающему миру. Поздравляли в этот вечер юбиляров нынешние воспитанники, преподаватели и выпускники. Поэтому концерт можно назвать и своего рода отчетным для молодых исполнителей. Так, например, только под руководством Венеры Юсуповой созданы несколько коллективов. Это вокальный ансамбль «Девчонки», образцовые вокальные ансамбли «Соло», «Ассоль», «Дуэт», «Леди». Были и сольные исполнители. Конечно, у каждого из них свое направление, но они учатся у профессионалов. Я была очень маленькой, когда, ну, естественно, ансамбль зародился, мне 29 лет, ансамблю 25 лет, поэтому, да, я с мамой вот с таких вот, я помню песню «Где-то на белом свете», вот это вот движение, да, рок-н-ролльное такое, да, вот я сама ее и потом выступала с ней вместе, конкурс еще такой есть, он, по-моему, «Сандугач» называется, я там участвовала, у меня был такой хвост длинный, юбочка такая пышненькая, вот, и я такая, как у меня Надюша вот здесь, вот Надюша у меня Калабухова есть, девочка, она такая же, как я, маленькая. То есть все мои ученики, в принципе, меня и то, что вот я, и они такие же, как и я. В этот вечер звучало много поздравлений, и для коллектива 25 лет успешного выступления на сцене говорит о многом. Это и стабильность, как отметили коллеги, и признание зрителей, а для самих исполнителей большой труд и ответственность. 25 – это же и вроде как много, и вроде как мало, да? Но за плечами свыше 60-100 песен. Вот сегодня после на концерте мы исполняли только одну, наверное, я не знаю, одну пятую или одну шестую нашего репертуара, потому что у нас очень богатейший репертуар. «Ретро» – победитель всероссийских, международных, межрегиональных и республиканских конкурсов. Но самую высокую оценку, пожалуй, могут дать зрители. На этот концерт мы пришли с подругой, и я, ну, можно сказать, что просто в восторге от этой группы, от этого ансамбля. Конечно же, я поздравляю искренне ансамбль с юбилеем. И мне очень радостно, что в нашем городе существует такой замечательный, талантливый ансамбль «Ретро», который может нас радовать своими песнями, своими успехами, своими удачами. Концерт стал и предновогодним подарком для горожан. Марго, да пошли нам небо путь с луной и звездами. Марго,
парус мы ударим веслами. Что ж, в конце концов, путь вся цель гребцов, это вот что нам открыли зимы слез на.